Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня, друзья, 17 февраля, день Николы Студенного. Поговорим о том, как сегодня, в этот день, 17 февраля, вы можете избавиться от болезни желудка и приворожить любимого человека. 17 февраля православные вспоминают игумена Николая Студийского. В народе этот праздник еще называют Николай Студеным, по той причине, что в этот день считается из самых холодных в феврале. И в этот день следует обращаться в молитве к святому тем, у кого проблемы с желудком, потому что святой Николай способен исцелить от таких болезней. При возможности лучше всего пойти к знахарю, потому что знающие люди умеют заговаривать лечебные травы, которые помогут в выздоровлении. И середина февраля считается, к сожалению, опасным временем для тех, кто живет вблизи лесных угодий. Потому что по давним поверьям сейчас животные агрессивны, ведь они делят территорию, где планируют выводить свое потомство. Ну а разоренные самцы могут в порыве голода нагрянуть к человеческим жилищам и полакомиться домашними животными. В этот день хозяйки читают защитные заговоры для того, чтобы уберечь от опасности. И 17 февраля не рекомендуется, друзья, обрезать ногти, мыть и стричь голову, а также бриться. Эти гигиенические процедуры способны были накликать беду. Если на этот день у вас припала первая годовщина ребенка, и вы по традициям хотите остричь малышу волосы, то этот обряд следует перенести на другое число. Причина этому в том, что нельзя ни в коем случае обрезать волосы, дабы не укоротить жизнь, тем более малышу. В этот день не стоит собираться и в дальнюю дорогу. Путешествия, переезды следует отменить, потому что существует поверье, что того, кто пренебрежет этим обычаем, в дороге будет ожидать много неприятностей. Вот, друзья, вот такой у нас 17 февраля, и мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам были полезны. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, цените, уважаете, и для кого эта информация будет ценная и важная.